Кросс, хук и апперкот. Спортивная школа «Шинник» набирает группы в секции бокса. 60 вакантных мест. Приглашают детей от 9 до 12 лет. Здесь и сейчас не пустует ринг. В клубе занимаются порядка 200 будущих Мейвезеров и Тайсонов, хвастается старший тренер. Бытует мнение, что бокс – это очень опасный вид спорта, да? Ну, это немножко относится не к нашему виду спорта, а к профессиональному. Дети, которые приходят к нас, мы сначала их обучаем различным сложно-координационным упражнениям, кувыркам, как правильно наносить удары, как защищаться. И только потом, уже по истечению определенного времени, приступаем к работе в парах с перчатками. На спарринг выходят в защитной экипировке. Для безопасности все без исключения надевают маски и бандажи. Паша Костюков пришел в секцию не случайно. Захотел научиться держать удар перед обидчиками. Родители инициативу поддержали. Парень признается, за 9 месяцев появилась техника, сила и уверенность в себе. В следующем году юный боксер планирует выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Сначала были проблемы в школе. Ну, почти обижали в основном. Потом друг мне предложил пойти в секцию бокса. Я не отказался, пошел. Тренер понравился, все понравилось, начал дальше заниматься. Шинник богат на спортивные таланты. Витас Горцуев в прошлом году занял 3-е место на чемпионате Европы среди школьников. Александр Довнар и Владимир Смоловский – победители первенства Беларуси среди молодежи. Сейчас парни готовятся к чемпионату мира. У бокса женское лицо. Николай Веревкин разрушает стереотипы. Старший тренер убежден, боевые девчонки тоже могут примерить на себя перчатки. Перспективы проявить себя у них ничуть не хуже, чем у мальчиков. У нас очень много девочек. У нас есть девчонки и победительницы Кубка Республики Беларусь, призеры чемпионата, это среди взрослых даже. Вот. Ну и, конечно, мы постоянно набираем девочек, которые хотят заниматься. Алина Лагутенок стала 7-кратной чемпионкой Беларуси по боксу. Спортсменка – лауреат соревнований континентального уровня. Анастасия Кравченко идет по ее стопам. В медальной копилке у девушки золото республиканского турнира. Анастасия Похлестова, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.